мы заранее знаем. Отправлять его, в принципе, не предусматривали, да? То есть... И нажать один бутон. Насчет медленнее работы. Перемещение, удаление письма. Да. Соответственно, нам осталось это черновики. Ну да, тут нажал. А мы его еще не прочитали. А мы у нас будет отправить в папку спам. Вы создаете кошелек или скажете?